Пропусти пешехода. В регионе проходит профилактическая акция, направленная на недопущение дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. С 1 по 10 июня сотрудники госавтоинспекции дежурят вблизи школ, автобусных остановок и местах массового скопления людей, пресекая нарушения как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. По словам сотрудников ГИБДД, за последние 5 месяцев на «Зебре» произошли почти 180 аварий, в которых погибли 12 человек и более 160 пострадали. Почти треть происшествий случились по вине пешеходов. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части пешехода, чтобы соблюдали, а водители были более внимательны при проезде пешеходных переходов.